Здравствуйте, зрители канала «Голос Силиконовой долины». Меня зовут Аня, я живу в городе Минске, мне 16 лет. В одном из своих видео вы, Михаил, задавались вопросом, неужели вас действительно смотрят в таком возрасте? Хотелось бы сказать то, что ваш канал я смотрю с 14 лет, и очень много полезной лично для себя нахожу информации в ваших видео. По условиям конкурса надо рассказать о чем-то, что ты очень хорошо умеешь. И вот задумавшись над этим вопросом, что же я так хорошо умею, я поняла то, что ничего я так хорошо не умею, чтобы явно превзойти других. Но есть одно увлечение, не уверена, что, не знаю, можно ли это назвать хобби, о котором мне бы хотелось вам рассказать, а именно о своей такой любви к путешествиям. Все началось с самого раннего детства, когда нас родители брали куда-то собой. И обычно это не были там страны Европы, дорогие пятизвездочные отели, вот где ты лежишь на пляже и там ничего не должен делать. Обычно мы как-то путешествовали по странам СНГ, там на машине или на поезде. Когда я уже стала взрослее, мы стали увлекаться более такими экстремальными видами путешествий. То есть рафтинг — это сплав по горным рекам. Подъем в горы. Катание на квадроциклах. Скалолазание. И опять подъем в горы, о котором мне бы хотелось вот именно поподробнее рассказать. И вот ты весь день поднимаешься в эту гору, весь уставший, злой, ноги жутко болят, и ты думаешь, быстрее бы уже дойти до этой вершины. Но когда ты оказываешься на самой вершине, то понимаешь, что это все однозначно было не зря. То, что ты не зря преодолел этот путь. Перед тобой открываются такие замечательные пейзажи. Смотришь с таким замиранием сердца. Как-то в один год родители... Так сложилось, что не получилось у нас никуда поехать, и очень хорошо совпало то, что я познакомилась как раз с друзьями, которые тоже разделяют эту любовь к путешествиям и тоже бы хотели, но не получается куда-то у них далеко поехать. И мы стали просто путешествовать по Беларуси на несколько дней. Там все в лучших традициях: котелок, гитара, палатка, естественно.
Хотелось бы еще раз поздравить Михаила с таким числом, как 100 тысяч подписчиков на канале. Пожелать каналу только развития, потому что он того явно заслуживает. Спасибо большое, всем пока!